Фестиваль деревянной скульптуры – этот проект, который, мы надеемся, позволит подарить нашему прекрасному Центральному парку культуры и отдыха «Дубовая роща» свою необычную изюминку, позволит подарить праздник для жителей города Запорожья и позволит собрать на запорожской земле необычных представителей современного искусства – художников, которые с помощью бензопилы могут за 3-4 дня превратить обычные бревна и колоды в произведения искусства.